Для перехода к торговому окну активируем кнопку трейдинг в заголовке окна. Далее выбираем счет, инструмент и нажимаем apply. Итак, в правой части окна у нас находится торговая панель. Для открытия позиции по рынку используются кнопки buy market и sell market. Для выставления стоп или лимит ордеров используются кнопки auto buy и auto sell. Например, активируем auto buy, кликаем пост на новой шкале и вторым кликом подтверждаем отправку ордера. Выставляя buy ордер ниже рыночной цены, мы выставляем buy limit, а выше рыночной цены buy stop. И аналогично для sell ордеров. Активируем кнопку auto sell и выставляя sell ордер выше рыночной цены, мы выставляем sell limit, а ниже рыночной цены sell stop. Для перемещения ордера кликаем по ордеру и наведя курсор на новую цену, подтверждаем его изменения. Для отмены ордера кликаем правой кнопкой мыши по ордеру и подтверждаем отмену ордера. Также отменить ордер можно в панели Working Orders. Кликаем по ордеру и подтверждаем отмену ордера. Отключить подтверждение отмены и отправки ордера можно в меню Setup, Trading Settings, подтверждение отправки, отмены и передвижения ордера. Кликнув правой кнопкой мыши по графику, мы можем купить по лучшему биду, либо продать по лучшему аску. Трейдаут – это закрытие всех позиций и отмена всех ордеров по данному счету и инструменту. Cancel All отменяет все ордера на выбранном счете и инструменте. Trade-out закрывает все открытые позиции и отменяет все ордера на выбранном счете и инструменте. А Trade-out All отменяет все ордера и закрывает все открытые позиции на выбранном счете и всех инструментах. Также отметим, что возможна торговля и горячими клавишами. Setup, Settings, Hotkey. И здесь мы можем настроить свои горячие клавиши. Более подробно по остальным функциям торгового окна в отдельном видео по данному модулю. Ссылка будет в описании под видео.